Вода скапливается. Ну, так это красиво. А как ты понимаешь, что она мягкая? А? Когда она вступает, то мягко. А здесь тоже? Ну, тут мягко. Здесь мягко. Смотри. О, мягко. Это здесь озеро было. Оно высохло. А после того стало влажно. Ну да, я и говорю, здесь было озеро. Ну мы сюда ходили когда-то, наверное. Мы ходили когда-то. Вот по этим растениям можно понять. А теперь вот. Ну тут мягенько вроде вот. А, ну да, мягко. Тут тоже. Спасибо, что предупредил. Так я не думал, что мы с тобой пойдем туда. Ты так нехотя. А! Нехотя. Ну на поле погулять можно. Какая-то гора. Что это такое тут? Равень какой-то. Ну вроде проходит у меня этот кефир. Это кефир, он просрочен. Потому что я вчера его попил перед сном, что-то я не очень хорошо тебя почувствовал сразу. Ой, там последний день оставался. Не люблю эти зарости. Они там подписали что-нибудь. Так, туда смысла нет идти? Ну пойдем обратно. Нет, пойдем с той стороны. Пойдем зайти искать. Пойдем с той стороны пройдем. Что там делать? Шалфей искать. Вот тут тоже смотри. А, тут тоже озеро было, смотри. Ну видно, да. Видишь, какие заросли. Здесь когда разлив, здесь озера образуются. А здесь? В этом году не было, видать, разлив. А почему его не было? Мне там уже нет. Морозов сильных не было. Земля мягкая, всю воду в себя впитала. Это когда земля промерзнет, талая вода, она не уходит, а? Ай, что у меня там живет, а? Какая поляночка. Какая полянка! Класс! Поляночка! Вот так, сейчас мы ее сфоткаем. Опа. Ай, кто-то меня там кусает. А! Не могу. Опа. Ай, вот и бросила не так. Да, зря. Я делала на самом деле шорты. А, потому что думала, мы просто пойдем гулять в поля. Обычно мы просто ходим в поля, а Женька гуляем. А сегодня мы исследуем места. Мы так исследовали места давно очень. Лет 5 назад. А вот там, по-моему, это овраг, да, Жень? С правой стороны-то. Слушай, тут какие-то ягоды. По-моему, барбариска. Вон там, да, Жень, овраг, смотри, Жень, вон там. Жень, и там дорога с той стороны. Смотри, там что, озеро пересохшее. Ну, овраг вот тот, который, а там с той стороны дорога. Наверное, вот они, машины же едут. И давай я гляну, пересохшее. Иди, камеру возьми. Да ладно, что. Смотри только на экран. Там запись должна быть написана. Снимает, что. Идем смотреть. Мне еще и под ноги надо смотреть, не только на экран, между прочим. Так, что у нас там? Тут у нас когда-то было озеро. Да тут, в принципе, можно и спуститься. Ба, тут эти аудиокассеты. Надо же. Бутылки с подводки. Не, куда ни кинь, везде как бы цивилизация дошла. То есть... Необитаемых мест мы с тобой, наверное, все-таки не найдем. Вот. Вот такое тут место. Смотри, пройди сюда. Пройти. Да, здесь красиво. Пройди. Ба, тут ракушки. А что это такое, Жень, коричневый? А, давай собирать. Не надо их собирать. Это мох. Они пустые. Вон там такой лес, такой древний. Слушай, это, значит, не та впадина-то. Нет, мы здесь не были, по-моему. Нет, мы здесь не были. Вон такой древний лес, глянь. Какая красота. О, красота какая, блин.
А там вообще, смотри, как газонная травка. И там эти камыши торчат, смотри. Да. Видишь, не зря я фотик взяла. Что-то ловишь кого-то. И такие, и такие. Ну, здесь, видать, озеро было. Тут они все жили. А я думал, с той стороны дорога как раз. И выходит вот именно на те. На то вот впадина. Но там другая впадина. Слушайте, куда мы с вами зашли, а? Куда мы с вами зашли? Какая красота! Смотрите, что я нашла. Слушай, а нет, тут не земля. А, ну вот, я думала, что это шалфей. А это не шалфей. Жень, не убегай, пожалуйста. А то я сейчас провалюсь в какую-нибудь яму. Вот он мох, да, это мох. Смотрите. Мы с вами практически ходим по дну. Какая красота, боже мой. Как красиво, а. Пока смотрите, я буду одновременно еще фотографировать. Просто очень красиво. Здесь очень запах такой ароматный. А вот дети кричат вдалеке. Жень, ну ты совсем далеко убежал. Сейчас я провалюсь в какую-нибудь яму. Не дай бог. И впадина. Смотрите, как классно вообще. Такая полянка. Озеро. Ну вот оно. Оно долго здесь было. А разлива не было в этот раз. И оно сухим осталось. А так обязательно с вами в следующем... О, Жень, отойди оттуда, мне надо сфоткаться. Фу, комары какие гигантские. А, это мы с тобой уже докуда дошли? До пионерлагеря, что ли? Слушай, как красиво, смотрите, какая она. Травка. Ты куда пошел? Мы не туда разведем? Ну, баллон от него дальше держись. Баллоны вообще нельзя. Сейчас я подожду вот эту впадину еще. Сфоткаю. Ай, бензоляшку кусает. Невозможно тут не стоять, Жень, это вообще. Мы с тобой столько времени уже тут гуляем кругом. Блин, вот такое мы первый раз нашли с тобой. А здесь, наверное, вода была, поэтому сюда не спускались. А мы здесь и не были ни разу, Жень. Если даже была вода, ну, какая ракушка большая. Ой. Да, и вон там. Ну, не, подожди, Жень, иди за рядышком, пожалуйста. Мне интересно заглянуть туда. Ну, вот сейчас мы дойдем с тобой, и ты заглянешь. Ты должен быть рядом с Натулечкой. А я с кем? Ты сам с собой, Жень. Я еще иду параллельно, фотографирую. Потом я, может быть, рисовать это все буду когда-нибудь. А тут вот эти много. А запах такой семечек, чувствуешь? Слушай, он тут заканчивается. Ну, пойдем назад. Там еще кролика посмотреть и магазин. Или, может быть, там мороженое еще. Купить. Мячик какой-то. Я, наверное... Это на чей-нибудь мячик залетел. А, надо купить, наверное, в озеро. Слушай, ну какая красота, а? Да, это здорово. Нашли с тобой, да? Да, я первая, а ты рядышком. А то ты убегаешь, а я боюсь идти тут. Я тебя вижу. Да где ты меня видишь? Я тебя оглядываю. Попой, что ли, ты меня видишь, оглядываешься? Я помню, когда отец с дедом с грибами ходили, они себя перекрикивали.
Мы разойдемся далеко и кричим. Дед кричит: «Анатолий!» Издалека его слышно. А у меня отец: «О-о-о-о!» Потом мы с отцом тоже ходили за грибами тоже. Отец: «Сынок! Я здесь!» Да. Мы всегда вместе, рядышком. Ну, как-то это, держали друг друга, да. Слышали друг друга. Какая красота. Природа прекрасна. Нет ничего прекраснее. Как красиво. Господи, какая красота. Ну, тут прям что-то земля такая спашенная, как будто. Не, ну здесь, смотри, она черная. Это все летает. Ну, даже еще этой весной здесь было, за что? Да, ну, наверное, я думаю, она мягенькая так-то. Недавно, наверное, вода ушла. Ну, да, да. Там, смотрю, как упало дерево. Ну, подожди, там какая-то овражка. Тоже овражка? Да, нормально. Овражка. Ну, ладно, пойдем назад. Там нету? Так далеко уйдем, уже темнеет. Поэтому я тебе говорил, надо пораньше идти. В жару я тоже не хочу. Да что ты? Мне в жару как тяжело гулять. Но когда вечер, хорошо гуляю. Смотри, вон, заглянем туда. Давай, только подожди меня сначала. Жень. Хочу. Да, здесь я. Да я. Чтобы кабан из леса выскочил. Мы сейчас шли, как раз копыта видели. Не, ну кабан. Ну, я не знаю, осел или волк не, какой-нибудь. Вот это, кстати, подача, ну, я думаю, если ты встретишь ежа, это ничего страшного. Отец, кстати, видел кабанов. Да, тогда пойдем обратно, Жень. Я не хочу встретиться с кабаном. Целая семья кабанов, говорит. Ну, пойдем, да, а ты еще, Жень, как-то. Целая семья кабанов прибежала. Да. Чё? Чё за грибы-то? Блин. Это, по-моему, свинухи. Ну ладно. Жень. Ну отцу скажу, что свинухи растут. Ну. Чё ты? Ай, господи, я не пойму, что ты мне показываешь. Чё интересное. Будут на Туське волосы 3 метра. Вот будет весело. А, я хотела же ее сфоткать. Тут падинку. Сыростью, да. Она очень так ароматно пахнет довольно. Мне нравится. Как-то вот на поле полем уже привычное. А здесь вот такое вот что-то другое. Ты хочешь в другом месте выйти? А вот тут коровой пахнет. Ну иди. Только тогда тебе придется за мной спускаться потом. А вот, кстати, смотрите, камыши. Класс. Тут земля такая мягкая. Смотри. Классный такой. Да? А как он выглядит? Как этот овраг выглядит? Жень, тут камыш. А враг такой же там? Красивый? Жень. Да нет, он там глубокий очень там. Возьмем камыш домой? Да не надо. Да, почему? Ну что-то таскать грязь. Я его дома поставлю. А, мы вон там спускались, да? Да. Ну, сейчас так обойдем. Да, кассета тут действительно. Эй, ты что меня просишь?
Дай мне руку. Куда? Назад пойдем. В магазин пойдем. Мороженое купим. Водички купим. Хотя нет, воды надо. Просто попьем воду. Не будем покупать воду? Ну, завтра надо будет, если мы пойдем с тобой завтра в этот. Я возьму баклажку. Полторушку надо с собой. Если ее нету. 5 литров возьму. И куда же эта дорога выходит тогда? Куда? Сейчас выйдем к деревьям. Идем в любых увидеть. Домой. Надо еще заглянуть, где заяц там. Хотя вам заяц, что там нет, там пойдем. Да туда. Уж его он был-то, когда последний раз вспомнил. Был там когда давно. Он там, по-моему, в 14 году был, 5 лет назад. О, конечно, тем более. Ну что, сколько ходили, потом смотрели. Он уж на пенсии. На пенсии.